Колесящие по дорогам с 2007 года третье поколение люксового внедорожника Исполина Линкольн Навигатор подверглось модернизации. Внешность автомобиля заметно посвежела, но главная новость под капотом. Отныне большой американский SUV будет доступен с турбированной V-образной шестеркой объемом 3,5 литра, которая сменит прежний атмосферник V8 объемом 5,4 литра. Новый агрегат заметно развивает 375 лошадиных сил и 584 ньютон-метра крутящего момента против 310 лошадиных сил и 494 ньютон-метров у «восьмерки». Интерьер-навигатор также преобразился. Появилась цифровая комбинация приборов, 8-дюймовый сенсорный экран новой мультимедийной системы на центральной консоли, новый руль и кнопка запуска двигателя. Премьера обновленного Линкольн-навигатор состоится на днях на февральском автосалоне в Чикаго.